Нелли Уварова продает лицо. После невероятного успеха сериала «Не родись красивой» исполнительница главной роли Кати Пушкаревой Нелли Уварова стала очень востребованной. Причем касается это в основном не ролей в кино, а совершенно другой деятельности. Катя Пушкарева по сюжету сериала, как известно, трудилась на благо компании, производящей модную одежду. Раскрученный бренд решено было использовать и в реальной жизни. Нелли Уваровой успешной порядком устать от образа дурнушки приходится каждый раз снова вспоминать о своей роли. Актрисе пришлось стать своеобразным лицом компании. Нередко она появляется на церемониях открытия новых магазинов и даже на светских мероприятиях. Нелли не устает благодарить модную марку за предоставленную ей одежду.